Проект «Стань героем» стартовал в 2000 году. Тогда он проходил только летом. Теперь в игре три этапа. Зимний в спортивном зале, весенний на лестнице у краеведческого музея и летний финал в Кузоватовском районе, в селе Лесное Матюнино. Пока прошел только первый зимний этап. Игра очень популярна среди подростков и молодежи. 23 января по 23 февраля в Ульяновской области, в частности в профессиональных образовательных организациях, проводится большое количество мероприятий в рамках областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы. Данное мероприятие не является исключением из всех остальных мероприятий, но интерес к нему у детей очень и очень большой. Это мероприятие «Стань героем» – экстремальная военно-патриотическая игра, военно-спортивная игра со множеством препятствий, со множеством испытаний, соревнований. Состязались 15 команд, как из средних школ, так и из профессиональных образовательных организаций области, где действуют военно-патриотические клубы. Набравшему обороты проекту тесно в помещении, но пока зима, приходится обходиться малой площадью. Летом это самое большое, это неделю мы проводим в палаточном лагере, проводим тренировочные сборы и там же соревнования, именно круглосуточно. Летом проводится до 50 испытаний именно за неделю. Это очень много, такие большие. И как раз, что удобно именно летние периоды, там 4 стихии присутствуют. Сейчас мы проводим, пока мы в рамках спортивного зала, но, как вы видели, мы здесь уместили более компактные, самые основные 10 этапов. Сборка-разборка стрелкового оружия, ползание по-пластунски, броски на меткость, скалолазание, стрельба, оказание первой помощи пострадавшему, спасение из задымленного здания и другие интересные задания. Наряду с будущими солдатами соревнуются и девушки. Причем многие лучше мальчишек по многим показателям. Я прошла полосу за 4 минуты 0,1 секунда, а сборка-разборка по автомату, рекорд 21,44. Слушай, ну а армейский норматив это? 36 секунд. То есть ты лучше, чем солдаты? Получается, да. Те, кто принимал и принимает участие в проекте, готовы ко многим экстремальным ситуациям и в армию попадают отчасти подготовленными. Конечно, как и всегда в спорте, много значит и просто спортивное везение. Тем не менее, итоги зимнего этапа таковы. Первое место – команда военно-патриотического клуба «Победа». Второе место – команда военно-патриотического клуба «Славия». Третье место – команда военно-патриотического клуба «Патриот». Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.